В Григорьевском сельском поселении прошел сход граждан. В начале встречи слово взял глава поселения Сергей Ливенцев. Он отчитался о проделанной работе за первое полугодие текущего года. За отчетный период в администрацию поселения от граждан поступило 14 письменных обращений, содержащих такие проблемы, как электро- и водоснабжение, уличное освещение. Как отметил в своем докладе Сергей Ливенцев, основные направления деятельности местной власти – это благоустройство, решение проблем ЖКХ. Ведется санитарная уборка, покос сорной растительности, уделяется внимание дорогам. За отчетный период в сфере дорожной деятельности были проведены следующие работы. Рытье ливневых канав в станице Григорьевской по улице Южной, Лермонтова, Ленина, переулок Шаумяна. Приобретено 300 метров кубических гравийно-песчаной смеси и выполнена отсыпка улиц поселения. По ямочному ремонту улица Ленина, 50 лет октября в станице Григорьевской и улица Орджоникидзе в станице Ставропольской. После отчета главы каждый желающий смог задать свои вопросы руководству и присутствующим на встрече специалистам всех служб и ведомств. Жители волнуют проблемы здравоохранения, газификации, подачи воды, уличного освещения. Так, уличное освещение. Хотя бы на перекрестках Советская 50 лет ЛКСМ и Советская 50 лет Октября. Если можно, хотя бы на перекрестках освещение, чтобы было уличное. Вы план сделаете, какие дороги будут добавлено уличное освещение, чтобы люди об этом знали. Не по одному там столбу, да? Посмотрите протяженность дороги и расчет сделайте, сколько должно быть столбов. Осветите и Ставропольку, и здесь. В конце встречи глава района подвел итоги работы местной администрации и пообещал оказать помощь в решении всех насущных проблем при условии активного участия самих жителей. Следующий сход граждан пройдет 23 июля в Шабановском сельском поселении.